Черкашин в Минди левой рукой ковырял, пока в седьмом слева сбоку челюсть ему не попал. Патрик упал, но быстро поднялся, а рефери решил, что Минди поломался. Радченко в Польше ограблен был снова. Увы, история эта далеко не нова. В двух нокдаунах Шпилька побывал, но рефери руку ему все же поднял. Олдскульных толстяков эра прошла. Вслед за Руизом и Ковнацкий сказал всем пока. Снес его Хелениуш мощным ударом. Игнорирование тренировок не проходит даром. Бокс ради чести и гордости бой. Вышел в ринг, так сражаться изволь. Мы за ринг-шоу для вас представляем. Через 10 секунд мы начинаем. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.